В сцене сейчас появится еще один замечательный юный артист, который является другом Ольги Виор. Он не умеет, может быть, петь, а может быть и умеет, я не знаю, честно говоря, не проверял, но он точно умеет делать то, что подвластно не всем артистам нашей эстрады. Дорогие друзья, встречайте друг Ольги Виор, скрипач Эмиль Ильдериков. В его исполнении прозвучат мелодии Чайковского и «Зима» Антонио Вивальди, за роялем Марфа Быркова. Thank you.